Уверена, многим знакома подобная ситуация. Поэтому предлагаю простой, аккуратный, компактный вариант для хранения ваших проводов или зарядок для гаджетов. Нам потребуется обычный контейнер с разделительными зонами, или, как я приспособила, остатки от контейнера конструктора, который использовал для организации косметики в ящике туалетного стола. Первым делом отмеряем длину ящика или тумбы, где будем хранить наши зарядные устройства. Отмеряем нужную длину в двух частях. Примеряем ширину ячеек и количество необходимых отделений. Начинаем собирать. Ну что ж, готово. На мой взгляд, аккуратное и удобное решение получилось. Ячейки можно наращивать, увеличивать или уменьшать их объем. Теперь организуем наши зарядные устройства, исходя из цвета или типа устройств. За счет глубины ячеек все лежит на своем месте, не касаясь и не цепляя друг друга. Вот такая простая идея родилась. Берите на вооружение. Ведь удобно организованные вещи всегда будут на своем месте. Их не придется искать или распутывать.